С Аней на пляже ловим крабов. Ползет. Так, еще один камень открываем. А ну, еще один камень. Ого! Какой огромный краб! Да. Так, а на следующий камень. Ничего. Ай, убежал. Вау, сколько их тут. Если хочет найти крабов, ищите в камнях. Они любят прятаться. Какой краб. Маленький такой. Давай. Ну что, Аня, это попробуем подвинуть. Давай. Но тут их мало. А тут немножко. И еще один. Опа. Ой, сколько их тут. Ничего себе. Куда? Маленький. Хорошо, должно быть много крабов. Блин, нету. Медуза дохла. Ира, идем ловить краба с нами. Не хочешь? Хочешь ловить краба? А мы поищем. Нет, конечно, их не брал в руки. Надо бриться их. О, вот крабик. Это маленький один. Маленький. Давай, маленький камешки поднимаем. Попробуй. О, там кто-то был. Да, о. Там крабы. Кто-то был. А ну давай, пробуй этот камень. Да нет, они же все разбежались. Ой, все, короче, наловились мы крабов. Пора идти домой. Да, не, пора домой уже. Нет, а этот разговор еще нет. Окончено. У нас сегодня отлив. Водичка немножко отошла, и под камнями полно крабов. Поэтому мы ловим сегодня камни. Вообще-то мы ловим, поэтому... Крабов ловим под камнями. С рабочками. Ладно, всем пока.